Привет, друзья! Пришло время осветить тему, как сделать антипрокольные шины. Дома вы сейчас увидите антипрокольную шину Швальбы. Достаточно надежная шина. За 5 лет ее использования я ни разу ее не проколол. Вот. При том, что велосипед пришел бэушный, и эти шины уже были на велосипеде. И вот, Швальба написана, ну, тут уже потертый, Марафон Плюс. Такая шина, она у меня ни разу не прокололась, уже за года 4 использования. Это БУ велосипед европейского типа. Вот, и там уже на ней катались уже не один год и, может, 10 лет. И она стоит и не прокололась. Но при том, что электровелосипед имеет больший вес и большее давление на шины, а они рассчитаны килограмм на 100, то ваши шины будут прокалываться, швальбы. Плюс износ. Велосипедные шины... По сравнению, забегаю наперед, с мотоциклетными шинами, это как бумага или газета. То есть, ну, когда вы в руках потрогаете мотоциклетную шину, там по основанию без протектора где-то до сантиметра толщиной, и плюс протектор еще 5 сантиметров, итого 15, может, сантиметров быть, или 13 миллиметров, не сантиметров. То вы потрогаете велосипедную шину, и вы поймете, в чем тут проблема в толщине. Итак, швальбовскую вы только что видели. Второй вариант антипрокола. Это вот, что у меня здесь на столе. Вот. Ремни. Я долго думал, что же сделать, чтобы... защитить шины от прокола. И на интернете, на всяких там видеороликах можно увидеть, что ложат всякие антипрокольные ленты, которые состоят из силикона или еще из чего-то. Но меня они не устроили по тому факту, что они просто прокалываются. Берешь гвоздь или там иглу, и они просто прокалываются. И я долго думал, что же проложить такое, что можно защитить надежно шину от прокола. Это вот и это ремни. То есть 2 мм толщиной ремень, достаточно большой плотности. Его проколоть иглой нереально. Здесь вот есть... 4 миллиметра толщиной ремешок, ну, это тонкий, это просто образец, тоже проколоть нереально. Здесь есть 2 миллиметра более рыхлый какой-то, он, его проколоть можно, но намного труднее, чем силиконовую прокладку на велосипедах. Ремни покупаются в секонде и за копейки буквально покупаются, и можно подумать, как их проложить. Но до них у меня дело не дошло. Почему? Потому что у меня стоят мотоциклетные шины, которые очень надежные. Ремни я покупал, но потом передумал их пролаживать, потому что это уже лишнее. Теперь перейдем к мотоциклетным шинам. Вот у меня здесь стоит такая шина с кроссового мотоцикла R21 90 на 90. 90 это 90 миллиметров получается. Вот такой протектор по толщине 5 миллиметров толщиной. И что такое 90 на 90? Это ширина считается на ободе. На ободе получается 1,6 это обод. Здесь толщина шины должна быть
90 миллиметров, но она на ободе более узком ужалась и стала 84 миллиметра. Похоже на фэтбайковскую шину получилось. Если обод взять 1,85, как на заднем, сейчас я его покажу, то шина раскроется до 90 миллиметров. Если вам надо, получается, более широкая, то ставьте широкий обод мотоциклетный. Эта шина, прежде чем ее купить, я отправил по новой почте назад где-то около 3 или 4 шин. Это 4-я, наверное. Или 3-я. Не 3-я, 4-я. Почему? Потому что я просто брал или домой, или сразу на почте. И вот в эти места, где самое слабое место, я тыкал иголкой. И... даже мотоциклетные шины есть, которые приходят, их можно проткнуть. Эту я практически не смог проткнуть. Вот. Дальше у меня... это Мишелин Анаке 3. Вот Анаке Мишелин. Ну так, перевернуто увидите. Сзади у меня стоит Чаоянговская. Вот. Чаоянговская. Это больше похоже, более похоже на велосипедную, потому что она по ширине 70 миллиметров. Вот. 2,75 на 21. 2,75 это равно 70 миллиметров в данной шине. Протектор такой. Вот. Это эндуро протектор. Она сразу пришла, и я сразу понял, что это хорошая шина, потому что я ее проткнуть не смог. Я тыкал тоже между протекторами и проткнуть не смог. Она очень надежная. Почему я наперед поставил мишелиновскую? Потому что я хотел проверить европейскую шину и китайскую. Говорят, что китайские в 2 раза хуже ходят. Ну, проверим. По моим примеркам и подсчетам, ну, я не знаю, я думаю, это очень на много лет, что той хватит шины. Итак, достоинство мотоциклетных шин. Долгий износ, реально долгий износ. Их нереально проткнуть, нереально убить на электровелосипеде. По сравнению с велосипедными шинами, даже Швальбы будет уступать во много раз, в разы уступать. Но при том, что Швальба будет стоить в 2 раза больше вот этой любой из этих шин, которая сейчас стоит. Правда, мишеленовская у меня бэушная. И она стоит в 2 раза меньше новой швальбовской шины. Чаоянговская новая стоит в 2 раза меньше швальбовской шины. То есть она новая стоит 20 баксов, а швальбовская 40 баксов. Вот. Что еще из плюсов? Устойчивость. На более широких шинах у вас велосипед устойчивый. У нас, вот где я катаюсь часто, грунт песчанка. И мы бы уже загудели бы с малым 20 раз. Там, где мы проехали нормально на этих шинах. Вот. Недостаток мотоциклетных шин – это вес. Вес, вот у меня передняя весит 5 килограмм, задняя 3 килограмма, 3,800. То есть, если вас вес сильно смущает, то ставьте швальбовскую. Если вес не смущает, я рекомендую перейти на мотоциклетные шины. Вот. Что еще такого интересного? Ну так, в принципе, все. Надежность в разы выше. Скорость на велосипеде, конечно же, выше. И вам надо будет и надежность. И вот эти мотоциклетные, они надежнее. Опять же, можно перейти на меньший вес, чем у меня. У меня R21 колеса мотоциклетные. Они эквивалент по размеру 26-м велосипедным. То есть это практически один в один. Или 27-м велосипедным. Где-то так. И... если вы хотите уменьшить вес, то можете взять там альфовские или дельтовские шины и колеса поставить. 17-х R17, они
будут, ну, поменьше, но и полегче. У них там и выбор больше. Всяких там протекторов и, то есть, очень большой выбор. Поэтому можно и такой вариант рассмотреть. И не такие широкие, как у меня. То есть, у них там 2,5, 2,75, вот такой размер можно найти спокойно. А 2,5 это получается где-то 60 миллиметров или 70. То есть велосипедные достигают таких, такой ширины очень легко, ну, нормально. Вот. Ну так, в принципе, все по шинам. То есть, почему вот я к гелю не пришел? Потому что гель это защита и популярная защита, но при геле мы все равно прокалываем камеру. А я не хочу прокалывать камеру. То есть, все равно какое-то количество проколов, 20-30, и камеру приходится менять и выкидывать. А я не хочу прокалывать камеру. Я хочу, чтобы это было надежно, и я не имел проблем с заменой и постоянно париться с этими колючками. Мы на моих шинах, которые здесь, заезжали в такие колючки, их было очень много, и малой автоматически пытался их снимать с колеса, а я говорю, не надо снимать, потому что они не прокалываются. И мы просто не снимали их и ехали дальше. То есть вот даже до такого доходило. Вот. Поэтому от геля мы отказались и остановились на вообще непрокалываемых шинах. Ну, то есть шип от акации, я думаю, проколет или какой-то там острый саморез, если все-таки наскочим, но это будет очень редко, раз в 20 меньше, чем на велосипедных шинах. Эти шины рассчитаны на вес до 200 кг, где-то так. Передняя 220, задняя у меня 180 кг. То есть запас веса дикий, значит и прочности дикий. Велосипедная шина рассчитана на запас 100 кг. И все. Ну, может, швальбовская там какая-то модная, марафон плюс будет на чуть больше вес. Но в среднем они все рассчитаны на 100 кг. Я тестировал иглой антипрокольную шину чаоянговскую. Я ее купил изначально, думал на таких шинах ездить. И к моему большому удивлению, эта шина просто прокололась очень легко. Хотя там в корде было 5 мм антипрокола заложено. Антипрокольного слоя 5 мм. И я ее проколол иглой очень просто. Вот. Так что вот так вот. Не надо циклиться на том, что именно все надо велосипедное цеплять. Пробуйте разное. И запас хода и прочности будет на мотоциклетных намного больше. Ну что, был вам полезен. Всем пока. До встречи.